Дома. Я вызываю на дуэль кого-нибудь. Мы вот так же... Свадьба! Свадьба! Жених и невеста! Привет, фашистики! Мой запас материала с Казахстана еще не закончился, поэтому возвращаемся в Алмату и вспомним, как гуляли с пушистиками еще зимой. В этот раз мы поехали в парк первого президента, который находился не так далеко от нашего дома. А так как еще была зима и холодно, я поехал в фулл-сьюте. Обожаю валяться в снегу. Ну что ж, не будем долго тянуть и переходим к ролику. Рок и печеньки, друзья, поехали! О, какая плюха. Очень красивая. Ой, какие зверюки. Господи. У тебя пуговка расстегнулась. Так, как так сидишь и не падаешь? Присяд, да? А у меня попа большая, меня перевешивает назад. Во, я смог сесть и не падаю. Падаю! Не, все, я умер. Дорогатая, хотел сказать собака, но это с колдошки. Почему крыса? Это не крыса! Я не крыса! Это крыса! Ладно, буду крысой! Главное, чтобы все были счастливы! А почему ты это не моргаешь? Я тренировался годами. Давай поиграем в гляделки. Давай. Ты моргнул. У тебя нету шансов. Хороший енот. Вот я енот, правильно все. Крыса. Я все понял, ты обиделся из-за гляделок. Я крыску теперь. Свадьба, свадьба, жених и невеста. Свадьба. Эрик, привет. Ай, да хватит, дай ты где-то. Я падаю. Только что сделал. Отлично. Сколько стоит? $4. $4. Забираем. Мы покупаем. Можно в рассрочку. Я понял. Что? Прекрасно. Ой, боже, я тебя не заметил. Я потерял человека, который вел. Где? А, его тыкают? И что это такое? Это какой-то бублик. Бублик. Нет, пока еду. Нет, моя! Нет, это моя мусорка! Почему во всех странах меня прогоняют от мусорок? Ладно, я должен признаться. На самом деле я поехал в другие страны не из-за санкций, не из-за открытия своего юридического лица. Я думал, что наконец-таки смогу копаться в мусорках. Думал, что Казахстан меня примет таким, какой я есть. Но нет, даже в Алмате запрещено копаться енотом в помойках. Этот мир
слишком жесток. Ну ладно, ничего страшного, поэтому будем всех тискать и обнимать. Ты очень мило сидишь на стуле. У тебя оторвался. Это не пиявка, нет, это не пиявка. Только пиявка, вот рот. Это рот. Это пиявка. Я скушаю, большая скуша. Это не суша, это пиявка. Это пиявка, она вот так вот. Она нашла свою жертву, очень понравилось. Отдай. А давайте так, давайте кому хвост решит пойти, того и хвост. Он меня предал. Вот это многозуб. Ой, многозуб. Ой, повсюду зубы. Да, только не сломать. Я не дракон. Это многозуб. А я начал переживать, когда у меня девятки начали расти. Возможно, у меня кто-то из предков тоже многозуб. Ну, у меня почти получилось. Почти. Я вызываю на дуэль кого-нибудь. Мы вот так же... Это нормально. Куда они побежали? Что это за пробежка? Куда бежим? Дорогой Дедушка Марио. Да. Я? Ну чё, кто вы хотите? Я хочу себе iPhone 14 Plus Pro Max Super. Все, я дальше не знаю. Ну что ж, сбудется твоя мечта. Найдешь ты работу в этом году. Иди отсюда. Дорогой Дедушка Мороз, да. Я хочу себе, чтобы я жила с тобой. Нет, Дедушка Мороз, он очень любит одиночество. Я в мусорке живу. Так, идем на обгон. Прости, прости. Я нашел еще одно преимущество в Realistic Fursuit. Тебе совершенно не страшно, если снегом засыпет глаза. Это не важно, потому что тебе и без этого ничего не видно, и можно спокойно продолжить врезаться в людей. Ну слушай, у тебя вообще экшен был. Да. Принял на голову десятки снежков, повалялся в канаве, пару раз упал, тебе, на тебя напала пиявка хвост. Ты за сегодня сделал больше, чем некоторые за год. А сейчас только... Какое января? Третье. И куда он слился? А где? А где он? Он умер! Где респавн? Да все вроде вон возродился, вон респавн там. Как только все казахи зареспавнились, мы пошли в кафешку. В фурсьюте то тепло, даже жарко, но люди, которые были без фурсьютов, начали уже замерзать. Это по лестнице идти? Только не лестница! Я не выживу! Я не дружу с лестницами! Можно я так дорогу пробегу? Я могу перепрыгнуть! Ну все, это конец! Блин, когда идешь и не валяешься в снегу, становится жарко! Я уже хочу опять в снег нырнуть! О! Мы
добрались до кафе, покушали, погрелись, а после поехали домой. Эту прогулку было очень приятно вспомнить, как прекрасно провели выходной с друзьями. А сейчас будем заканчивать. Огромное спасибо организаторам. Огромное спасибо всем пушистикам, которые пришли с нами погулять в тот день, а также спасибо и тебе за просмотр. Рок и печеньки, друзья, и до скорых встреч. Мяу. Ай-ай, так и тискай. Это Эрик, веселый енот, он из мусорки все тащит. Это Эрик, веселый енот, рок и печеньки, обнимашки, без хлопоты, без забот. Это Эрик, веселый енот, нам не скучно с ним который год. Это было внезапно. Ладно, ну все, в принципе. Стоп, я нажимаю стоп, запись окончена. Ай, не могу нажать стоп. Мешаю. Нет, я нажму. Не могу нажать.